Всем привет. Значит, да. Volkswagen Passat B6 Turbo дизель. Случилась у меня беда. Вот такая у меня, значит, панель управления климатроником. Беда заключалась в следующем. Регулятор температуры климата для водителя не работал. То есть он показывал штатные 20 градусов. И куда бы я ручку ни крутил, температура менялась с 20 на 20,5 и, соответственно, обратно. Все. Дальше никак. И, похоже, я нашел причину. Вот. Как бы вам это показать. Вот. Стоит такой вот регулятор. Вот. Вот этот регулятор отвечает за температуру водителя. Вот дорожки. В общем, вот эта вот дорожка, вот где-то вот здесь, непонятно почему, порвалась. То есть, прозвонкой, вот с этой контрольной точки, я здесь зачистил специально и здесь зачистил. Здесь сигнала нет, здесь сигнала нет, а вот здесь сигнал есть. То есть, до непосредственно этого мелкого переключателя дорожка не доходит. Как так случилось и почему, хрен его знает. Сейчас попробую это показать вам. Вот. Как-то фиксануть надо. Щуп. Вот. Так, дорожка у нас. Вот у нас. Вот контрольная точка. Вот смотрим. Здесь нету. Здесь сигнала нет. Здесь сигнала нет. А здесь он есть. Прикольно, да? Визуально все целое. Где и как тут мог быть произойти обрыв, мне сложно сказать. Сейчас я все это дело запаяю. Ага, такой резкости не наводит. Запаяю дорожечку, восстановлю. Может, здесь что-то будет видно. Зрением стал слаб. Вблизь не вижу. Сделал операцию на глаза. Вдаль вижу отлично, вблизь ни хрена не вижу. Ну, короче, вот. Вот эта дорожка здесь порвана. Мало ли, вдруг у кого-то будет такая же беда. Лечится достаточно просто. Ну, о результате позже сообщу. Вот я ободрал лак. И отчетливо стало заметно, что дорожка отсутствует. Почему так случилось? Что тому виной? Я не знаю. Ну вот такой косяк произошел. Итак, момент истины. Дорожку я восстановил. Небольшой перемычечкой из МГТФ. Сейчас посмотрим результат, так сказать. Что мы видим? 20,5 градусов. Тыкс, тыкс, тыкс. О! Я вас не обманул. Температура регулируется. Все. Так. Как это? Габариты включить надо. Короче, как было до этого? Как бы я ни крутил, температура менялась вот так. 20, 25. Вот. Всему виной оказалась вот эта вот порванная дорожка. Теперь все. Чих-пых. И климатроник снова климатроник. Делов-то. А я-то думал, все, жопа. Придется новый блок покупать. Вот и здесь то же самое. Все работает. Друзья, нет ничего сложного. Повезло. До свидос.